Послание Павла к римлянам, 7 глава, 21 стих. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Понимаете, так что закон где-то написан. Закон нужно создать. Для этого есть законодательное собрание. В Думе специально работают люди, получают очень большие деньги, которые нам во сне не снились. И говорят, что вот они потрудились, такие-то законы написали. А закон, говорит, не работает. Не работает, почему? Что-то не так. Где-то воруют деньги, которые на это отпущены. Люди не хотят исполнять, противиться. Смотришь, закон отмененный, по-новому начинает работать. У Бога не так. Однажды данный закон навсегда, он только усовершенствуется. Некоторые думают, что Ветхий Завет Бог отменил, и теперь только Новый Завет, а Ветхого мы не знаем. Это совершенно неправильно. Ветхий Завет указывал на Христа. И в полноте Ветхий Завет это Христос. Конец закона Христос, Павел говорит. А какой конец? Начало нового закона во Христе Иисусе. Ветхозаветные люди приучались к добру. А добро всегда с трудом дается. Понимаете, вот есть такие законы, которые нигде не написаны. Но однако мы в этих законах живем и купаемся. А эти законы не знаем. Ну, слышишь, такие поговорки, говорят, наступать на те же грабли. Это закон. Но на тяпку наступишь, ты другой раз уже не можешь бросать. А грабли они ничего не делают, кроме того, что наступил, а черенок, он же буквой Г, ударит тебя по лбу. Опять грабли бросили, опять наступили. То есть повторение одних и тех же ошибок, это закон. И этот закон нужно исполнять. Кто не изучает историю, эти законы, тот рискует их повторить. И апостол Павел говорит, итак, я нахожу закон, он нашел его, этот закон. Когда хочу делать доброе, а предлежит злое, мы кое-что будем брать от обратного. Мы не знаем, как работает кто-то, но судя по его плодам, можем сказать, вот у этой хозяйки в огороде все цветет, у нее все нормально, а отсюда делаем вывод по огороду, а она работает хорошо. Мы не видели, как она работает, она не была на наших глазах. Но мы делаем этот вывод, судя по плодам. И вот сегодня церковь отмечает Духов день. Этот праздник среди всех надуманных, самый надуманный в году. Надуманный. Если Успение Божьей Матери начинает праздновать с 8-го, с 9 века, то вопрос стоит, а когда же начали праздновать? Сегодня никакого события вообще не было. Божья Матерь умерла, отмечается. В храм вели ее, но об этом нет ни одного слова в Библии. Какой же вывод сделать отсюда нужно? Что этот праздник, Духов день, я все исследовал, смотрел, читал, припоминал, и мне кажется, хотя на него не указывает никто, когда он возник, но мне кажется, он возник прямо сразу же на другой день. Это подчеркивает важность знать Дух Святой, жить в Духе Святом. И хотя вот в понедельник ничего не случилось, вообще ничего нет, это воскресенье было, вчера Дух Святой сошел. Церковь решила выделить отдельный день для Духа Святого, чтобы мы задумались, что это такое, какими законами мы живем. Вот мы слышали сегодня сколько молитв. Мы слышали их, и ни одной молитвы не знаем. Я уж не говорю про детей, которые первый раз. Они слышат, что батюшка стоит спиной, что-то им разговаривает, говорит, закон. А написано, пустите детей, это от Духа Святого. Вот после этого детям нужно все разъяснить, и молитвы эти. У нас нельзя ничего изменить в богослужении, у нас намертво все смонтировано здесь. На русский язык нельзя, молитву разбить на несколько частей с пояснениями нельзя. Но выход есть, заниматься дома отдельно с детьми. И ради чего это? А ради того, что мы в церкви. Попытка изменить что-то, но не сверху, эти попытки были снизу, привели только к образованию разных сект. Они называют, допустим, свет пробуждением, а их легче назвать тьма заблуждения. Потому что без церкви нет спасения. В церкви это особый Духов день. Так что в этот день случилось? Знаете, ничего не случилось.
Вообще ни в Библии, да и вообще в истории никогда ничего этого не было. Но церковь выделила, значит, первая церковь, она понимала, что значит Дух Святой. Хорошо, запомните одну фразу. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Тот не его. А что он его, каждый говорит, все его. Любой сектант, любой верующий, все мы Божьи, мы христиане. А вот проверить это можно, Божьи или христиане, по определенным признакам, которые указаны в Слове Божьем. Я говорю, что я тщательно исследовал этот вопрос и нашел, как ключ к этому, Священное Писание. Мы вот знаем, что есть каноническая Библия, а есть неканоническая, к ней 11 книг прибавляется. Почему? Были утеряны, церковь находилась, а Сирахов от Бога или не от Бога? Ну, от Бога решили, потому что Златоуст проповедовал на него. Ну вот находят третью книгу Ездры. Вообще нигде этой книги нету. С католиками мы знать не хотим, зачем она им нужна. И вдруг у католиков находят третью книгу Ездры, Вульгата. Вульгата — это перевод святого Иеронима. Я опять же не знаю, нигде не написано. Вообще нигде. Кто решил принять третью книгу Ездры в канон церкви? Почему? Не написано, но я так думаю. Боялись. А если это от Бога, а мы ее не примем? То есть трепетное отношение к Духу Святому. А какое отношение к Духу Святому? О том, что все Писание Боговдохновенно писали его святые Божьи человеки, будучи движимы, подталкиваемые Духом Святым. Духом Святым. И, видимо, те, которые включали анон, и третью книгу Ездры, думали, а если это от Бога? Ведь Иероним, он очень духовный был человек. Он перевел, с евреем познакомился, изучил еврейский язык, и около 30 лет был в пещере. Он много другого написал, но главный труд его — это перевод Библии на латынский язык. Его посчитали сразу ересь. Ну, это обычно так, еретик. Сегодня это самый популярный святой на Западе. И православные его признают. Вот к истинному православию, у меня в предисловии говорится, что как к истинному православию книга, может быть, не появлялся больше такой труд, как со времен Иеронима. И вот Иеронима отвернулись от него все друзья, все знакомые. За что? Он описал все, что делается в церкви. Какие стали люди без Духа Святого. Его труды пользуются огромной популярностью не у христиан, а у язычников, у тогдашних сектантов. Его труды от руки все переписывали, и христиан встречали, говорили, вот ваша церковь, вот ваши попы, пьяницы, вот ваши развратники. Он все написал. Его друзья встречали и говорили, зачем ты мать церковь раздеваешь? Что ты сделал? Нам из дома выйти нельзя, язычники. Что говорят? Прошли столетия, и мы знаем сегодня, все, кто упрекал его, никто. Их как плеву, плева — это Никина. Разрела — никого нет. А и имя Иероним сегодня стало самым великим на Западе, да и на Востоке. Я говорю, что подобно как Иерониму, может быть, никто и не восставал. Его дух был движим Духом Святым. Он об этом заботился. Если все Писание Богу вдохновенно, то что мы находим о Духе Святом, чтобы угодить Духу Святому? Я вчера говорил о Духе Святом, что это главное, для чего все Христос совершил на земле. Сидите, ждите, я пошлю вам Духа Святого. Ждите, и вы обещаете силу. О Духе Святом спорят на соборах. И Дух Святой истинный, не истинный, равен Отцу, не равен. От Сына исходит от Отца. Да ведь не об этом спорить-то надо. Церковь приняла канон, нам надо его принять, символ веры. Самое главное, живем ли мы в Духе Святом? Имеем ли мы Духа Святого? Движим ли мы Духом Святым? Но Бог меня не спросит то, что я мог доказать или не мог доказать, что Дух Святой равен Сыну. Ну чего же доказывать, когда церковь приняла, надо принять только и все. Вообще тут спорить не о чем. Знаете, у вас на руке сколько пальцев? 5. Ну, у кого-то, может, и меньше. Запомните грехи против Духа Святого. Их всего 4. И очень надо бояться, потому что 4-й грех ввергает человека в такую яму, откуда его ни поп, ни епископ никто не вытащит. Никогда. Его Христос оттуда вытащить не может. Куда на Духа Святого? Не проститься ни в этом веке, ни в будущем. А на Сына даже ругался в Божьей Матери, прощения будет. На Духа Святого не проститься. Но к этому ведут дополнительно 3 ступеньки. А ступеньки вниз идут, не вверх. Он говорит,
не огорчайте Духа Святого. Дух Святой действует очень нежно, будет. Перевернулся, лег на другой бок. На другой день тебя не будет быть. Вот кто-то как будто стукнул, а никто не стучал. Встань на молитву. Посланный Духом Святым ангел Божий пробуждает нас. Вспомни о путешествующих, нуждающихся, охраняющих порядок, о болящих. Может быть, о грозящей опасности. Может, поджигатель уже к дому подошел. Ты же этого не знаешь. Дух Святой очень нежно подходит. И кто грубой природы человек не расслышит, он отходит, и иногда навсегда. Когда обличал распинателей Христа Стефан, он говорит: вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши, так и вы. А почему узнал? В пророках, пророки обличали их. Пророки отличались от простых людей тем, что они слушали голос Божий. Они больше ничем не отличались. Илия был подобный нам пророк. Но все пророки были Духом Святым движимые. Вот это была разница. И вот Дух в день сегодняшний, он посвящен воспоминаниям всех чудес Духа Святого. Его действия, чтобы мы все применили к себе. Эти молитвы, что считали, сегодня они практически бесполезны. Их не знают, просто я знаю, что не знают. На них надо особое внимание обратить. Они очень глубокие, все эти молитвы. Их надо по частям разбивать буквально на каждый день, может, на месяц, на год. Мы как-то разбирали на наших занятиях в университете канон Андрея Крицкого на русском языке с разъяснением. Я не могу сказать, но, видимо, больше месяца у нас ушло. Сколько же там заложено? Я доказал, что Андрей Крицкий только одну часть взял, покаянную. Он еще не взял благодарственную и славословие третье. На третьей ступени он даже не попытался поднять. Это все от Духа Святого. Дух Святой побуждает к покаянию, на этом не останавливает. Дальше ведет признание Божьей благодати. Все от Него. Первая книга Маковейская 1:47-49. Было повеление, что или жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их не всякой нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. Вот чем занималась советская власть, занимались коммунисты. А это задолго до рождения Христа. Все, что идет, это все повторение, наступание на те же самые грабли. А Дух Святой говорит: помни, если не покаетесь, все так же погибнете. А Духе Святом нужно научиться рассуждать. Рассуждать с благоговением. Дух Святой подвиг меня к этому. Дух Святой побуждает восклицать Абба Отче. Это Дух Святой изнутри, то есть ты отец всех отцов. Не просто Отче наш, а в конце скажи: Абба Отче. Никого более я не могу назвать большой буквы, как сейчас пишут святые отцы из большой буквы. Отцы все с большой буквы. Да большой буквы один отец. Владыка один. Господь большой буквы один. Церковь выделила специально. Нет везде, в какой газете не считаю, патриарх везде. Святые отцы и святые с большой буквы, и отцы с большой буквы. Нет этого. Это может быть даже и хула. Поэтому в этот день особенно молитва возносится к Духу Святому. Ты пришел, Господи, ты обличил этот мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. Как многие не веруют, это оскорбление Духа Святого. Как это близко все сегодня к нам. Божья Матерь, она имела Духа Святого? Имела, она была вместе со всеми. Но мы о ее жизни ничего не знаем. Но мы молимся, Божья Матерь, моли Бога, нас доверяемся тому, что она святая, и она молится. Ну а об апостолах мы знаем больше, мы молимся, святые апостолы, молите Бога о нас сегодня. Они молятся только о том, что сами знали. А о другом они не могут молиться. И каждый молится, что знает. Они знали, без Духа Святого все мертвое, все собой животворит. И говоря: святые апостолы, молите Бога о нас, то в первую очередь молите Бога о нас, чтобы мы были движимы Духом Святым. Чтобы мы просвещенные были Духом Святым. А все это дается только из Священного Писания. Но сегодня можно узнать, ну где Дух Святой? Я хочу конкретно сегодня выйти и сказать: я в Духе Святом. Запомните легкие такие слова: где Дух Господень, там свобода. Апостол это дал. Где Дух свободен? А как узнать? А где свобода? В обратном порядке рассуждаем. В обратном и свободный человек. А теперь посмотри, что на зло он свободен или в делах Господних. Очень часто
первого века простые люди, обыкновенные смертные, пытались увлечь за собой, и Павел говорит, из вас останут лютые волки, которые будут говорить превратно, и задача одного увлечь за собой. А когда увлекают за собой, они пишут свои законы и каноны. Я сегодня на несколько раз еще просмотрел вторая глава послания к Галатам. Я вас очень прошу, запомните, Галатам, вторая глава. Придя домой, посчитайте. И скажите, в духа здесь, Господи, дай мне свободу, которую отвоевал апостол Павел. Наиболее прославленный среди апостолов не Павел был, не Петр, если вы не знаете, Иаков. Это был столб. Это был подвижник, самый уважаемый евреями. У него на лбу, на коленях была кожа, как у осла. Столько он кланялся. Его все иудеи называли праведный. Иаков не говорил, а ты куда же, я к праведному иду сегодня. И все знали, к кому он идет. Когда-то была еще и книга, молитва, книга праведного. И люди, которые были у него, эту праведность обратили на закон. Чтобы ни одна волосинка из бороды никуда не пропала. Уж чтоб поясок, чтобы он кистями до пола доставал. Сохрани Бог, ни-ни, с кем-то молиться. Это еретики. Есть с кем-то нельзя, есть. Это вообще не приведи Бог. И они ему утвердились. Образовалось общество, и они там живут. Наконец натолкнулись они все-таки. И они были такой, с такой силой, они любого могли свернуть. Их боялся даже Петр, апостол. Их боялся Варнава, друг Павла. И вот как мы читаем об этом. Галатам, 2 глава. Апостол Павел разоблачил их, не спроверг, отстоял свободу во Христе, и эта свобода дошла до нас. И мы за это должны Бога славить. И он говорит 4 стихом, а вкравшимся братьям мы засвидетельствовали, сказали, и 5 стих, что? Чтобы они помнили, что у нас свобода. Эту свободу мы завоевали во Христе, и никому ее не отдадим. Чтобы мне говорил, можно ходить куда молиться, где Христос славится, я везде пойду. Я с любым могу сесть за стол, чтобы засвидетельствовать о Боге. И 7 стих там. И благовестие осталось у нас. Это все ради благовестия. Те, которые пытаются свой закон ставить, главный удар направлен против благовестия. У них благовестия нет. Вторая глава Галатам. Не садитесь сегодня за стол, пока не прочитаете. И скажи, Дух Святой, открой мне тайну этой главы. Мы слышали, где Дух Господень, там свобода. И свобода с несвободой столкнулись вот в этой второй главе, сшиблись. И не свобода одержала победу полную. Но зашел Павел. А кто тут главный? Петр. Я противостал ему лицемер. Со Христом был, и эту любовь заповедовал. Но смотрит на стороне Петра лучший дружок его, апостол Варнава. И я ему противостал сразу. Но какой же он был, Павел, бесстрашный. Он разгромил всех. Правда, Иоанн Златоуст объясняет это очень интересно. Он говорит, ну как бы, то есть, Петр не прав, однозначно. Он ел с язычником и все, а как Аракова отправленно пришли эти, те старые закваски люди, он стал таиться и уже с язычником за стол не садится. Видимо, Павел и Лук, это он говорит, это два вала в упряжке, нам что, Павла хвалить, а Петра не спровергнуть, но Златоуст адвокат был. Потому Золотой Иосиф, и он все мел так, как будто бы они вышли за угол и говорят, знаешь, Петя, ты молчи. Я нападу на тебя, я тебе хорошую плюху дам при всех. Как бы. Но ты смолчи, ты же не прав все равно. Но когда я с тобой расправлюсь, и ты промолчишь, ну а те, которые тобой увлечены, в этом мире, те, конечно, заглохнут, их даже нигде не будет. Они больше никогда не будут требовать от других ходить, молиться, где. Ты понял? Понял. Это толкование за того, что я могу его не принимать, но очень интересно. И он говорит, мы Петра оставляем целым. Потому что два вала в одной упряжке. Если один вал упадет, то упряжку как дальше тянуть-то, пока. 11 стих. Петр, 11 стихом уже говорит, а вся глава говорит, пришел, это было в Антиохии, и там я вот это побоище Павел устроил. И 12 стих. До пришествия некоторых от Якова. Он ел вместе с язычниками. А тут стал таиться,
тайному, чтобы про него не знали, что с ними знается, устраняться и опасаться обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что Варнава был увлечен их лицемерием. Мы знаем, Варнава, один из 70, это очень великий человек. Есть послание Варнавы. Апостола Павла не любили при жизни очень многие. Ну и понятно, за что. За что пророков не любили? За что пророка Исаию перепилили? Он видел самую суть сердцевину. И он бил не где-то в точку, в Израиль, в Иерусалим, в Иудею. Тысячи упреков. И все это было по любви и в Духе Святом. 14 стих. Но я увидел, что они не прямо поступают по евангельской истине. Где образец? Евангелие написано людьми, движимыми Духом Святым. И они поступают не прямо по труду Духа Святого, Евангелия. Он не сказал, поступает не прямо по канонам, которые запрещают там молиться. Нет, евангельскую истину. Мы с любым человеком сегодня договоримся по евангельской истине. То я сказал Петру, присев, Павел как бы нарушил закон, если согрешит, то наедине обрещи. Вот почему Златоуст говорит, он наедине заранее его обрещил. Зачем бы Павел присев ему говорил? И Петр смолчал, снес. Ибо не делами закона мы оправдываемся. Если я созидаю то, что раньше разрушил, то сам себя делаю преступником. То есть идти вопреки написанному Священному Писанию – преступник. Отнимать свободу у человека, где молиться, где собирается, говорит – преступление. Все названо преступлением. А преступление есть грех, а грех несет в ад. Давайте до конца доведем это. Мы хотим жить в Духе Святом? Хотим. Тогда послушаем, что Слово Божие говорит. 2 Маковейская 6.6. И тогда было нельзя иметь ни субботы, ни соблюдать отеческих праздников. Кроме закона Библии, есть еще отеческие праздники, и они их соблюдали. Но нельзя было. Женщина, две женщины обрезали своих детей, и тогда ребятишек у них убили, подвесили к соскам, и они должны были так ходить, на грудях носить их. Враг издевается, он отнимает свободу. Он под разными видами приходит, в виде коммунистов, фашистов, много этих истов. Среди богомольцев, свои верующие, лютые волки, еще похлеще коммунистов будут отнимать свободу. Никому не уступайте. И всегда говори, я свободен во Христе. А узнать, свобода или не свобода, благовестие. Павел говорит, дабы стоять благовестие, истину благовестие у вас. Если истину благовестие не знаете, ничего не будет. Там закон рабства. Притча Соломона 29.18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. И вот мы слышали, что оставляет нам евангельское чтение Господь 99 и идет ищет. Где ищет? Кого? Ну мы в жизни где-нибудь Христа видели, что ходил, как Христа вещи искал. Ведь речь идет о проповеди, о благовестии. Да тысячу лет никто не искал. Князь Владимиром пришли, покрестили, на этом закончилось. Храмы построили, храмы, службы. Искать-то никто не искал. А что набитый храм людьми, это еще не овцы. Еще церковь здесь разделяет оглашенные, сроки назначает, у церкви проверка. Наконец все устранили, кто бы ни зашел, все верные. Любой причащается, это не по-божески. Дух Святой так не делает. Где Дух Господень, там чистота, там святость, там работа, там поиск непрерывный. Даниила 7.25. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. То есть люди, которые не в Духе Святом, они обязательно угнетают, позорят святых. А святые – это не те, которые нигде не грешат, а те, которые искуплены Христом, где-то еще и спотыкаются, падают, не раз запачкаются, искупленные в ходе Иисуса Христа. И как тогда гнал рожденного духом рожденный по плоти, так и ныне. У них всегда так. Притча 6.10 и 24.33. Трудиться для Бога нужно очень усиленно. Вы заметьте, даже у нас здесь маленькое село, поселок, и ну, не у всех одинаково. Не у всех одинаково скотины много, не у всех одинаково в огороде. А почему? А вот ответ. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как вооруженный воин нужда твоя.
А отсюда вывод на духовное. Сегодня не считал Библию, завтра не считал. Послезавтра не так сказал. Дух Святой давно покинул, человек даже не понимает. И считает себя верующим. Вот этот день сегодня церковь, я так думаю сам, потому что я не считал про это, специально назначили как удар молота. Духа Святого имеем мы или не имеем. Почему церковь и постановила, повторяю, я не считал ни про это, начальные молитвы. Царю Небесный, утешителю. Это Духу Святому молитва, он царь. Очисти от всякой скверны. Приди, вселись в нас. Не спорить, какая величина Духа Святого, а нас, утренние, вечерние молитвы, храмовые, все начинаются с этого. И вы научитесь беседовать с детьми. Детки, если Духа Христова-то не будем иметь, что будет? Ты не послушал от родителей, ты Духа Святого огорчаешь. Ты обзываешься, ты толкаешь другого, ты плохо работаешь. Духа Святого оскорбляешь. Не угошайте. А как не угошайте? Разные ветры учения, чтобы не касались нас. У нас святая православная вера, у нас всего достаточно. Не угошайте. А зато будет как угошать? Ну, когда фонарь и поддувает ветер, надо отверстие закрыть. Это значит, уши все глаза закроют. Перед телевизором-то не сиди. А глаза вперед Слово Божие. И как сердце-то возрадуется. Откровение 13.17. И тогда будет нельзя никому не покупать, не продавать, кроме того, кто имеет это начертание. А если это начертание имеет человек, он уже не может покаяться. И люди, имеющие это начертание, навсегда погибнут. И это начертание примут люди, которые уже три ступени прошли. Это оскорбление Духа Святого, это пренебрежение Его, угошение, противление Духу Святому. И это уже будет хула. Хула тут, да при чем тут Бог? Да Бог мне дает и так. Ну я есть печать, ну что печать? Печать это я в душе верю. А то сегодня все уже подготовка идет. Если Дух Святой покинет, не обличает, человек делает большие грехи и совесть уже не обличает. Дух Святой обличает. И мы сегодня евангельское чтение слышали. И мы с Отцом придем и обитель сотворим. Человек это храм Духа Святого. Какая огромная задача перед нами стоит. Этот храм построить, созидать, сохранить, очистить. Галатам 6:7-8. Не обманывайтесь, Богу гаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Вот сегодня как бы жатва, проверка. Не надо ждать, что придет Исаия и Иеремия. Они у нас дома ждут нас, там Библия у нас лежит. Апостолы там нас дома ждут. Исаия 10:1. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Это касается и церковных законов. Неудобно носимые бремена, Господь сказал. Это не о государственных законах. А сами перстом не хотите двинуть. Придумали один закон. Ни с кем не сообщайся, ни с кем не молись. Да ведь церковь-то совсем не то заложила. Если есть канон «не молиться с еретиками», означает «ты аминь, не говори ему на его ересь». А что люди чужие могли заходить в храм и слышать молитвы? Об этом Павел говорит, а если кто-то войдет посторонний к вам, то как скажет аминь, если он не понимает? Вывод-то такой, что вы хоть заходили, они слышали, но только не могли сказать аминь, если на ином языке где-то говорит. Притвор их не оскверняло. Конечно, речь идет не о литургии. На литургии тут определенно оглашено, извините. И отсюда делаем вывод, что никогда молитва посторонняя никого не может осквернить. Пророк Илия молитва Баала и жрецов не оскорбила. Он довел до логического конца. Всех порубил. Притча 13.3. Кто хранит свои уста, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Да, да как же, опять написано, рот широко раскрывать надо. Широко раскрывать, то есть хулить, противиться, осуждать. И он все время стрекочет и пустые слова говорит. Нужно учиться молчать. Есть поговорка, говорить ребенок учится 4 года, а молчать 64. Если сказал, чтобы слово отпечатлелось, чтобы оно было в Духе Святом. Выходя из дома, так и просить, Господи, если я заговорю где, пусть будет в Духе Святом. Где-то не так сказал, и тебя не приняли, оттолкнули, оскорбили. Господи, Дух Святой называешься ты. Да буду я святым, чтобы во мне этот Дух был со смирением это принять. В ответ не старайтесь что-то сказать, а я обдумаю дома. Да мало того, запиши еще, да проверь по Слову Божию.
А может, тот человек как раз и сказал неприятные слова, они были в Духе Святом. И слова-то пророческие не нравились старям, не нравились священникам. Представьте, пророк выходит и говорит: священники, это банда разбойников на пути в Сихем. Ну, да такие-то слова. Ведь никто не похвалит. Иоанн 19:7. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по этому закону они могут спасать людей. Нет. И по закону нашему ты должен умереть, Христос. Вот такие законы люди написали. А как умереть? Не ходить в храм, не слышать Слова Божия, это уже духовная смерть. Лука 16:25. Помни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твоя Лазарь двоем. Мы доброе получаем дома, в храме, всюду, где бываем, где мы будем в Духе Святом. Злое там, где нет Духа Святого. Аминь.